снова здесь? Ты что, вообще обнаглел на ее смотреть? Да успокойся, это все не так, как ты поняла. Да тут понять ничего не надо. Когда эта блондинка попадается на пути, все идет наперекосяк. Ах так, Артем, а ну-ка интересно, поподробнее, пожалуйста. Угу. И мне тоже интересно, Артем. Артем, ты что ли знаком с этой длинноногой блондинкой? Когда ты успел найти в моем городе эту сногсшибательную брюнетку? Артем, объясняй давай, что ты молчишь? А вы что, знакомы? Эта длинноногая блондинка еще буквально 10 минут назад выглядела совсем иначе. Очень странно, как она волшебным образом умеет перевоплощаться, так же, как и сваливаться на голову. Это еще с какой стороны посмотреть, моя дорогая? Может быть, это ты постоянно попадаешься на моем пути? Может, потому что ты не замечаешь окружающих? Ты летаешь в облаках. Может, ты признак, который мне следует? Призрак? Насмешила. Так, стоп! Хватит с меня, пожалуйста, этих головоломок. Я еле разобрался, как найти дорогу на этой карте, а тут вы еще со своими вопросами. Ну и парни пошли в наше время. Может быть, тебя еще на руки взять? До твоей дерзости нет предела. Ты меня пугаешь. Как-то я не привыкла к такому отношению к незнакомым. Незнакомыми? Похоже, ты ничего не знаешь? Артем все скрыл от тебя. О нет, началось. Теперь я не удивлен, почему мы оказались по разные стороны мира. Артем, ты чего смеешься? Чего смешного? Смотри, какой красивый диванчик. Тебе понравился? Да. Ты бы тоже себе такой хотела. Девочка такая маленькая, уже такая умная и так разбираешься в дизайне. На Оле. Артем, не пугай меня. Мне кажется, это какая-то мистика. Ущипни меня, чтобы я проснулась от этого ужаса. Ну что, моя дорогая, теперь ты поняла, что твой кошмар только начинается. Так, все, Вероника, хватит. Ты забыла, зачем мы встретились? Или ты хочешь, чтобы все сорвалось? Ах да, мы не можем терять ни секунду. Так, длинноногая блондинка, я не знаю, кто ты, призрак или нет, но мы не можем тратить наше время на тебя. У нас с Артемом самое важное событие в жизни. Вероника, побежали. Маргарита, извини, вынужден... Откланяться тебе. Ну, откланяться тогда. Откланяюсь, Маргарита. Погоди, я что должен сделать? Откланяться или отклониться? Откланяться. Откланяться, все, давай, отклонимся. Отклоняемся. Я отклоняюсь от тебя. Как-то увидимся. Побежали.